Всем привет, это интернет-магазин Автоток, и сегодня у нас на обзоре штатное головное устройство для Chevrolet Cruze 2015-2016 года выпуска. Вот у нас такой вот в стиле Tesla с управлением печкой на мониторе. Комплект у нас идет магнитола, фишки подключения у нас сзади уже. В комплекте идут также RSA-выходы под SAP усилок. Под ваше мультимедийное устройство, камера заднего вида. Вот. Далее. Это такая фишка переходник под радио. GPS-антенна. USB выхода под ваши интерфейсы мультимедийные, то есть жесткий диск, флешки. Поддержка до 1 терабайта. Внешний микрофон. Вот здоровый. Так, далее. Вот такая вот усилитель Wi-Fi сигнала. Канбас, декодер. Рамка для установки. И тряпочка такая идет в комплекте. Давайте перейдем к самой магнитоле. На стороне вот этой находится у нас распиновка. Для удобства установки, так сказать. Сама магнитола выполнена из качественной пластмассовой рамочки такой, глянцевая. Так, здесь отверстие под вашу аварийку, микрофон, резет, то есть сброс настроек заводским, вол плюс, вол минус, все отлично работает. Выключение полностью нашей магнитолы и кнопочка домой. Перейдем к самому интерфейсу. Здесь у нас разделение экрана идет как стандартно на всех Теслах. Такой вот тулбар, внешняя строка состояния, где выключение тоже режим сна, и это у нас яркость меняется, видите как. Вот. И аккумуляторы Atlas у кого? И вот еще вот такая вот штучка тут идет, закрывание приложений. Здесь далее так открывается у нас кондиционер наш, управление печкой, все у нас здесь на большом экране. Далее переходим наверх, еще раз посмотрим. Вот, это выключение режим сна, то есть она переключается, когда ночью едете и вам бьет, например, свет данной магнитолы. Она полностью отключается, но все равно работает. При одном касании она у нас включается. Дальше, это как я сказал, тоже тут есть кнопочка громкости, назад, то есть плюс-минус, назад, home, опять же этот включается, этот климат, такой вот обои у нас тут меняются, сенсор хороший, IPS матрица, по приложениям, тут открываются все приложения, и давайте перейдем в наше device info, посмотрим, что у нас тут на борту. Рокчип RKPX3 890x768 разрешение, 6.01 Android, 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной, Mali 400 MP, Cortex-A9, как бы мощная начинка для такого устройства, как бы вообще супер. Это как раз идет вот через коншину подключается, двигатель, обороты и скорость ваша. Карта. Открывается сейчас стандартное приложение, которое загружено. Здесь ничего не открывается, потому что... А, ну сейчас Сигиса. Можно установить Navitel, Яндекс Навигатор. А радио. Радио у нас выглядит таким вот образом. Наш эквалайзер. Преднастройки. Тут есть личный, классика, поп. Вот. Музыкальный проигрыватель. Так. Bluetooth hands-free. Телефонная книга, то есть сюда закачивается телефонная книга ваша, клавиатура для набора, там набираете наш номер, например, вот, и звонит. Все, звонок пойдет, но сейчас, естественно, не подключено, не пойдет. Bluetooth музыка, то есть с вашего устройства можно слушать музыку вашу, кино. Ну вот, ну, потом видосы свои закачаете, будет работать. Браузер преднастроенный тут, закачанный. Настройки наши, машины там дополнительно.
Кстати, пароль на дополнительные настройки 8861. Если возникнут у вас вопросы такие. Все, сейчас круг 2017 слов. Вот. Подключение камеры заднего хода, камеры переднего хода. Так. Цифровой TV-тюнер можно включить. Управление кнопками на руле. Все в этой магнитоле присутствует. Покупайте в нашем интернет-магазине автоток.net, автоток.com. Спасибо. Пока.